Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Хелье, вы смотрите канал Хелплей, я рад вас на нем приветствовать, и сегодня мы начинаем с вами новую игру на нашем канале Hotline Miami 2. Да, многие ждали после прохождения первой части, которую мы прошли от начала и до конца, правда, без секретной концовочки, а такую обычную, так сказать, концовочку для криворуких, типа меня. И сегодня мы начинаем Hotline Miami 2, история продолжается, ответы, будем надеяться на старые вопросы, будут даны в этой части. Ну или хотя бы расскажешь нам что-то новенькое и интересное. Давайте на счет три. Раз, два, три. Вручай, ребят. За ваше здоровье, не хворайте, не болейте, всегда будьте молодцами. Ну а мы с вами начинаем. Ух, чувствую, будет хардкорчик. Мне обещают, что в этой части меня особенно припечет. Вот, что она... сложнее первый, а кто-то говорит, что наоборот, типа она легче первый. Чувак, это вечеринка, отстой, я, бля, ненавижу этих людей. Кто пригласил всех этих идиотов? Ребята, что вы думаете насчет вечера, мы сделаем это? Почему бы и нет, я устал от этого дерьма. Да, сделаем это, оружие в машине. Значит, мы действительно сделаем это. Да, идем и сделаем это. Потрясающий диалог. Мы с вами стартуем в каком-то баре. Все выглядит круто, как всегда, музыка. Музыка просто клевая. Дайте сюда просто так пройдем, мне интересно. Футболочки, ТТП. Окей, и вперед в нашу тачку, друзья. У нас, говорят, тачка стала другая, такая большая машина для целой компании. Первая сцена. Чуть коньки не откинул. Окей, доступна нам, собственно говоря, маска зебры в данный момент, Корой, и ролл додж у нее. Способность, то есть перекат, кто не понял, только непонятно, как он работает. А, на пробел. Окей, все, друзья, уху-ху-ху-ху, мы начинаем. Давайте, хопа, сразу вырубить, я все помню. Ой, бах, 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 ага. Отлично. Готово, берем следующий, иди сюда. На, так, кто еще остался? Смотрите, еще парень с этим, надо пушку взять. Как я быстро с ними разобрался, да? Ничего не забыто. Один патрон, ровно. А! Нет! Нет! А-ха-ха, бля! Вот, блин, как я пафосно разобрался и так отстойно я... бля, да ладно. Вау, ах, да, я же забыл, что я могу перекатываться, и это может мне помочь. Так, отлично, минус два. Так, этот парень вооружен и опасен. Сейчас мы его выйдем и зарежем, воткнем его. Батя! Еще один. Есть. Так, последний остался, черт подери, он пока смотрит. Оп, есть, все, окей, я с ними разобрался. Давайте возьмем узишку и пойдем дальше. Ну, нормально, нормально, сейчас я привыкну и будет лучше. Если, правда, она не будет сложнее. Так, хоп-хоп-хоп, тут пока никого. Ой, о, вау, вау, это было плохо. Ух ты, даже он, кстати, у нас выстрелил, кстати говоря, но не попал. Это нам, типа, повезло. О, уху-ху-ху-ху. Ой. Так, чё? Давайте возьмем, нет, вот это вот. О! Не везет. Так. Готово. Ах, да, блин, постоянно последнего. Что такое, ребят? Мне прям не везет что-то. Я прям какой-то не сосредоточенный, как на... Кстати, тут можно управление менять, поэтому я себе поставил. Как это, кстати, работает? Закрепление цели. А, у меня не работает все равно. А, как так? Погодите. Сейчас, ну-ка. А, ладно, придется это там надо делать меню, окей. Кстати говоря, видели, какое стильное менюшка? Какая стильная менюшка, блядь. Какая стильная менюшка была, просто офигеть. Нет! Все, окей. Вот так мы же распинали. Все? Готово. Так. Там больше никого нет, никто не ходит там. Так, еще двое тут, и все, ребята, осталось двое. Дайте возьму дрободан и по хардкору их. О, я думал, я его убил вместе с ним. Ай, да что такое? Ненавиня! Блин, вот отстой. Давайте их выманим. Все.
Какие-то они не выма... А, во-во. Есть. Готово. Зарезали его холодным оружием. Все, последние двое. Так, надо быть осторожным. Есть! Окей, мы сделали это. Ладно, для первого раза сойдет. То есть я привыкаю, все-таки от первой части был какой-то перерыв, да, надо как бы, короче, я отговорился, потому что я дно. Окей, на B+, ну так сойдет, хотя это первая миссия. Вау, мы получили окровавленную маску Тони. Обожаю маску, интересно, у нее обилка бонусная такая. Ух ты, мы, смотрите, мы толстяк, по-моему, да? Эти пацаны сидят и радуются чему-то, так. Поздравляем с Хэллоуином, сэр! Вы заказывали 3 пиццы, верно? С вас 14.50 ваши пиццы на прилавке слева от вас. Приятного аппетита и остерегайтесь привидений. Пока. Что ты несешь? Какие привидения, бро? Тут тоже какие-то глюки, ребята. Красивый Майами изображен. На закате 19.41. Мы помыли руки после кровища. Хотя это другие персонажи. Так. Уже уходишь? Выглядишь неважно, ты в порядке? Тяжелый день, ты не поверишь, что они заставили меня делать. Мне лучше пойти домой и хорошо поспать. Ладно, спокойной ночи. Тебе тоже, милашка. Окей, вот такая милая беседа, довольно-таки добрая. Поперли домой спать. Вторая сцена. Окей. Пьем-пьем-пьем-то. А, стоп, да, мы же тут уже деремся, стопэ. Кстати, маску мы не выбрали, нам не дали бы... Вау! Иди ко мне. Потому что там парень, который стреляет, надо. Так. А! Ой. Так, кто у нас еще? Еще один. Нифига себе, мы реально грабители. Ай, блин! А! С холодным оружием очень удобно. Так, там парень стоит. Так, тут надо быть осторожным. Никто не бежит на я выстрел. Нет, все в порядке. Последний парень, да, по-моему, остался? Да! Пойдемте далее. Окей, здесь мы зачистили. Так, ну, стоит заметить, я немножко порезче играю, чем в первую... Ай, там проход был. Кто знал. Так, незаметно убили. Развернулся, гнида. Ого, это было кроваво. Так. Есть кто-то еще? Да, смотрите, там еще парни. Надо взять пистолет нормальный. Так. Я думаю, зайти лучше отсюда. Ей! Вуаля! Слушайте, неплохо идем! Всех замочили, всех ох... Опа, на стопе, это же менты! Неуязвимые менты, окей. Бросай оружие и ложись на землю сейчас же! Не стреляйте, детектив, вот мой значок! Мы детектив, который ворвались и убили всех! Извините, сэр, опустите оружие, парни! Что тут произошло? Мы слышали выстрелы. Вот так просто? Да идите и взгляните сами, это кровавая баня. Чувак, порой я ненавижу этот город. Чего? То есть, будучи ментом в Майами, можно ворваться, даже если преступники, и просто всех перестрелять. И будет кровище, баня, ну... Это жесть. Не хотел бы я быть преступником в Майами, менты слишком крутые какие-то. Слишком дерзкие. Окей, мы идем, видимо, в нашу квартиру, наконец-таки. Мы по пути просто заехали, перестреляли народ. О, погодите, это же криминалисты. Нет, мы приехали на место преступления. Еще одно убийство. Да, кажется, у тебя завелся серийный убийца, Пардо. Пардо?
пардон, парда, тоже почерк, что с парнем, найденным на прошлой неделе, послание и прочее, я не виновен, меня заставили. Да, конечно, первый раз такое слышу. Этот парень, наверное, какой-то психопат, да, у меня мороз по коже, однако журналисты взвоют от радости, зуб дают, чертовы стервятники. В городе столько убийств происходит, сомневаюсь, что они даже заметят. Им нужны бочки крови, чтобы они хотя бы пальцем пошевелили. А тут все уж слишком стандартно, без кровавых подробностей. Боже, в этом городе поневоле станешь бесчувственным. Я родился бесчувственным. Да, мы заметили, бро. Ну что, есть какие-нибудь улики? Да, в общем-то, нет. Ему перерезали горло, оружие убийства пока не обнаружено. Никаких отпечатков пальцев, свидетелей, ничего. Я сообщу, если что-нибудь найдем. Договорились. Я отправляюсь в участок, начну оформлять бумаги. Отлично, приятного вечера, сэр. Ну, это мы посмотрим. Ну вот если, я думаю, мы заедем и перестреляем пару десятков преступников, для нас вечер станет безумно приятен. Потому что у нашего мента это явно хобби. Окей, поехали. В общем, это мент, мы ведем расследование, происходит убийство, как всегда, в принципе. Везде кровавые бани. Стоп. Перемотка. Окей. Что он делает? Он себя обливал в раковине уринотерапии, чтобы желтым. Добрый день, это Эрик из компании Авторемонт Майами. Я звоню сообщить, что мы закончили обслуживание. Алло, кто это? Дай мне поговорить с твоим начальником. Заскочи на 12-ю авеню и забери. Эй, я тут разговариваю. Мы гарантируем вам лучший сервис в городе, щелк. Не смей вешать трубку, черт тебя дери, что, блядь, за неуважение? В общем, мы жирные. Мы играем за жирдяя. И ему тоже приходят звонки, и, по всей видимости, стиль звоночка говорит о том, что ему приходят звонки, с помощью которых снова заставляют людей выполнять задания, но он при этом себя ведет нормально, то есть он типа говорит, типа, эй, не вешай трубку, то есть как-то пытается разобраться. Очень странно, очень все это странно. Итак, маска Джейка, летальные броски, то есть, видимо, когда мы что-то бросаем, это убивает кого-то. Кстати говоря, не такая плохая обилка, но пока я здесь никого не вижу. А, мы просто поднимаемся. Окей, нет проблем. Толстая гадюка нападает. Так, это стекла. Надо быть осторожным. Ёкарный баба, я немного пересрал, если честно. А! Так, окей. У-ху! Черт, у меня закончились патроны. Но зато у меня смертельный бросок есть. Давайте проверим. Ух ты, правда работает, смотрите. А, стоп, он, да, его дверь просто зашил. Я подумал, я его застрелил. Так. Неплохо. Ой! Как я круто их ударил, прям двоих. Ну, жирный удар, сильный. А, все, окей. Давайте возьмем что-нибудь с полной обоймой. Например, эмочку. Так, куда идем? Тут мы закончили, куда идти? Музон крутой. На, видимо, надо просто вернуться в лифт, окей, и сесть на другой. Ну, то есть войти там в другую штуку, я понял. Так. Ого! 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 Ого, это было немного неожиданно для меня. Вот тут давайте. Тут ёбаные дверей. А, черт, окей. Долго я целился. Калашников здесь валяется у этого парня. Мы довольно агрессивно с вами бегаем относительно его прошлого прохождения. Так, еще 9 патронов. Нет!
Блин, вот говно! А, черт, я выкинул. Я выкинул пушку. Так, окей, здесь нужно по-любому автомат брать. Че, он пойдет к нам? Ой-ой-ой! А, я подумал, что у меня калашников. Готово. А, пусто. О, патроны. Выманили. Супер, так. Там еще один. Возьмем ножик. Так, нет, надо с ним справиться, погодите. Он явно плохой товарищ, вот этот вот. Есть! Фух! Окей, я забрал. Все, мы просто ограбили? А, ну то есть, окей, такой наша была такая наша цель. Фух. Пока проходится нормально, так, друзья, каких-то особых проблем я не встретил. Давай, я не помещаюсь в машину, слишком толстый, надо худеть. C+. Маска разблокирована. Ирвин, тоже какая-то змея противная. Здравствуйте, добро пожаловать, чем могу вам помочь? Хочу сделать татуировку. Хорошо, что-то определенное. Хочу флаг конфедератов прямо здесь на плече. Ладно, дай глянуть. Хорошо, подходи в следующую пятницу в 2 часа, окей? Пятница, то есть как, ты не можешь сделать сейчас? Мне нужно сегодня, сегодня особенный день, у меня праздник. Извини, босс, не могу тебе помочь, у нас все расписано на несколько дней. Да ну, что за сервис у тебя тут такой? Ты только что потерял клиента, свинья русская. Как скажешь, босс. Русская свинья, блядь, пиздец. Я хотел бы представить следующего... Я потому что девушка на самом деле. Посмотрите на его рожу. Я хотел бы представить следующему гостю нашего шоу, прославившийся участием в таких блокбастерах, как «Синий океан», «Спокойствие» и «Страна деревьев». Приветствую, Мартин Браун. Привет, Мартин, как ты? Хорошо. Твой последний фильм в чем-то стал для тебя шагом в новом направлении. Многие этим удивлены, кое-кто даже обвиняет тебя в продажности. Что ты можешь ответить на это? Продажности? Что вы имеете в виду? Ну, люди говорят, что «Полуночное животное» — это просто еще один слэшер. Я не соглашусь. Я хотел сделать это очень давно, убивать детей, душить их, ломать людям черепа. Вырывать им глаза, слушать, как они кричат, смотреть, как они умирают в агонии. Я наконец-то могу сделать это. Хорошо. Не смотри на меня так. Что? Я понял, это сон, верно? Что вы имеете в виду? Это все просто сон, правда? Я не понимаю. Ладно, паузу. Вау. Ты думаешь, что это сон, но тогда может быть время проснуться. Кто ты? Кто я? Я не тот, у кого берут интервью, верно? Думаю, это я должен задавать вопросы. Это кино, которое ты снимаешь. Ты знаешь его концовку? Мне кажется, в конце сюжет делает довольно резкий поворот. Сомневаюсь, что он тебе понравится. Вообще-то, думаю, он никому не понравится. Может быть, тебе стоит уйти, пока еще не слишком поздно. Я так не думаю. Тебе действительно нравится причинять людям боль, не так ли? Это просто фильм. Просто фильм — это лишь одна из точек зрения. Вау. Что? Это девушка или девочка маленькая? Она убежала, там мешок с... Она лежала в ванне в мешке. Видите, там мешок был. И она, походу, выбралась и убежала. Вот это сюжет, охренеть. Кажется, прибыла полиция. Видимо, девушка донесла на тебя. Лучше иди с ними добровольно. Они отведут тебя к ней. Это то, чего ты хочешь, верно? Стойте, сэр!
Мы пришли арестовать вас, вы должны пойти с нами. Мы отведем вас в участок. Вы понимаете, о чем я говорю? Офигеть. Вот это да. Мы знаем, что ты творил. Тебя ждет электрический стул. Девушка сейчас наверху и дает полные показания. Скоро они спустятся сюда за тобой, а пока ты побудешь со мной. Я бы спросил, зачем ты это делал, но ты ведь сам не знаешь, или нет? Взгляни на себя, ты безумен, совсем больной, тебе крышу снесло, верно? Кто же станет маски свиньи убивать детей? Ого! Это телефон. Тебе стоит ответить. Я повторю, нет никакого телефона, я не вижу телефона, и я не слышу его, ясно? Это просто фрагмент твоего воображения, слышишь меня? Ты сумасшедший маньяк. И очень скоро ты заплатишь за свои преступления. Телефон. Ты не ответишь? Нет смысла с тобой говорить, да? Офигеть! Звонок и телефон тоже нам мерещится. Ты знаешь, что нужно сделать, он даже не смотрит, словно хочет, чтобы ты его убил. Мать твою, хрю-хрю! Я вообще в шоке. Мы играем за убийцу маленьких девочек. А, да, это было круто. А, ого, кстати говоря, мы такие жирные, что пистолет нас с первого выстрела не взял. А, там было двое. Так, с толпой ментов мы разобрались, да? Отлично, минус два. Еще минус два. Вот там еще один, мать твою. Есть. Так. Еще вот тут один. Ага, еще вот тут. А, черт! Фух! Так. И вот тут еще последний. Есть. Если здесь и будет безопасно. Сиди здесь и будешь в безопасности. Я посмотрю, что происходит. Не открывай дверь, пока я не вернусь, чтобы не случилось. А это сват уже, ребята, крутые. Так, у этого пушка, и надо как-то пройти этот окна. Давайте. Оу-воу-воу-воу, окей. А, блин, постоянно меня задевает, окей. Ага, вот так вот я хитрожопый все проверну. Хитрожопый свинья. Хрю-хрю, где желуди? Ой! Ух ты, смотрите! Спецагент двойные пистолеты пришел. Бля, почему я не успеваю? Жирный такой медлительный. А! А! Чуть-чуть не подорвался на него. Ой, блядь, опа, точно. Вот это я дал. Так, понятно, у него, я ему оторвал голову! Откуда такая сила? Ну это же чудовищную силу надо иметь. Просто невероятно огромную. Так, девочка там. Маленькая девочка. Нет! А, мать твою. Почти. Дверь зашибла. Так, он ушел к девочке, да? На этот раз мы его тут не убили. Так, вот там окна. Так, спокойно. Вон он. Нет.
сзади? Он обошел нас, что ли? То есть у него тактика есть, понятно. То есть его желательно... Да, и парень там. Хотел его убить, потом подумал, может быть, он не выскочит, но он выскочит. О, боже. Готово. Ух, на грани. Так. И вот там, я знаю, эти петухи. Так, возьми ключи. А, понятно. А как я без оружия это буду? А, все, я могу взять. А, я вошел. Я тебе не гребаная подружка! Охереть! Снято, переснимать не нужно, это было прекрасно. Хорошая работа, ребятки, восхитительная игра. Осталось лишь снять несколько сцен до начала монтажа. Идите перекусите чего-нибудь, пока мы меняем декорации, но будьте здесь через полчаса, окей? Время – деньги. Ты слышал его, Мартин? Пора вставать. Мартин? С ума сойти. Вот так вот, ребята. Все супер запутано. Но уже подается намного интереснее. Теперь подзащитный утверждает, что ему приказывали совершать эти убийства путем сообщений на его автоответчике. Вы поверили в это заявление? Да. И что вы обнаружили? А, вы проверили это заявление, то есть. Автоответчик подзащитного был пуст, пленка отсутствовала. Вы нашли улики, подкрепляющие заявление о звонках с угрозами? Нет, сэр, не нашли. Ясно, больше вопросов нет. Вы говорите, что не нашли физических улик, вы в поддержку заявления моего клиента. А как насчет архивов оператора связи? Полиции ведь не трудно получить доступ к такой информации. Да, мы изучали записи о звонках подсудимого. Вы нашли какие-нибудь звонки, которые могли подкрепить заявление моего клиента? Да, сэр, под защиту мы действительно звонили. В тот самый временной промежуток, который он указывал. Но вам удалось отследить источник этих звонков? Если так, откуда они поступили? Да, они поступали из ночного клуба под названием Golden Truck Stop. Теперь мой клиент утверждает, что совершить преступление, за которое он находится перед судом, его принудила русская мафия. Есть ли у полиции какая-нибудь информация в связи Golden Truck Stop с русской мафией, которая могла бы подтвердить слова моего клиента? Действительно, заведение несколько раз отметилось в хронике мафиозных разборок. Однако, это все, спасибо, больше вопросов нет. Свидетель может сесть, суд удаляется на перерыв. Заседание продолжится завтра в 11 часов, подсудимый останется под стражей. Так, окей. Вы позвонили в полицейское управление Майами, чем могу вам помочь? Я хочу поговорить с детективом Пардо. Скажите, что это Эван. Минуту. Что ты хочешь, Эван? Я занят. Это Мэнни, я в здании суда... А, эй, Мэнни, я в здании суда собираю информацию по маньяку в маске. А я тут при чем? Они говорили, что Golden Truck Stop и про... Они говорили про Golden Truck Stop и про мафию. И я подумал, может быть, ты знаешь, с кем я могу поговорить про это. Это конфиденциальная информация, ты ведь знаешь. Я не могу о таких вещах распространяться. Слушай, действительно занят. Слушай, я действительно занят. Не начинай, за тобой должок, помнишь? Ладно, иди на северо-западный угол, 37-й авеню, спроси Петрова и скажи, что ты от меня. Но не обещаю, что он разговорится, но это единственный контакт, который у меня есть. И больше не звони мне на работу. Хорошо? Никаких больше одолжений. Окей.
сцена пятая. Оки-доки, друзья, и он тоже приходит и, видимо, собирается тут крушить русскую мафию или что-то типа того. Друзья, мы на этом, наверное, с вами и остановимся. Я надеюсь, вам понравилось, потому что игра сюжетно мне уже нравится намного больше. Она прямо-таки сверхжестокая с самого начала. Такие подноготные гнилье человеческое в виде... Там человек, он, видимо, там насиловал, убивал, душил девочек маленьких. То есть какие-то серийные маньяки-убийцы, потом разборки, кровищи и бла-бла-бла. Все в лучших традициях Hotline Miami. Друзья, ставьте лайки, по ним я смотрю, нравится ли вам, и делаю еще. Когда мало, я как бы завершаю делать игру. Да, как-то так. Поэтому, вот, счастья вам, удачи, здоровья, не угорайте, не болейте, подписывайтесь на канал, добавляйте друзьяшки ВКонтакте, смотрите нас на Twitch, там есть прямая трансляция, да. Вот, также есть группы ВКонтакте и в Стиме. В общем, всем счастья, удачи, здоровья и всего самого наилучшего всем. Пока! Окей, так, давай, совушка, ку-ку! Совушка, теперь я буду совушку убивать, я как ночной охотник. Какой музон прикольный. Так, куча плохих ребят. Хорошо, я вот... Вау, 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 что такое? Ого! Так, видимо, с помощью него надо... Надо пробить. Давай, давай, давай.